Друзья, всем привет! Ну что, тортики, ура, тортики, наконец-то тортики. Сделали мы вот сегодня такой тортик по компьютерной видеоигре Among Us. В Among Us переводится как «Среди нас». Любимой Дашеньке 7 лет. Вот такой вот тортик, более 3 килограмм получился. По-моему, где-то 3,100, где-то 3,200. Вот такой вот весь цветастый, разноцветный, веселенький. Сделан он из молочной девочки, из радуги. Among Us, вот они все. Я сам лично в эту игру не играл, но на самом деле очень, очень хотел бы поиграть. Вот когда еще PlayStation был доступен, продавалось буквально там за 300 рублей. Что-то наподобие мафии. Надо вычислить, кто-то из них предатель, вот, из этих Among Us. Поэтому я сегодня в маске, типа я маскируюсь. Вот. Леденцы, все. Сделан этот торт из молочной девочки радуги с сырным творожным кремом. Вот. Вот из такой вот. Диаметр 22. Высота где-то около 11 сантиметров. Вес где-то 3200. Вот из такой вот молочной девочки. Это остатки. Это остатки. Что осталось? Там у нас желтый, оранжевый, фиолетовый, голубой, синий, светло-зеленый, зеленый. Цвет морской волны, по-моему, 6 или 7 коржей всего получилось. Вот из такой вот молочной девочки. Так, желтые, оранжевые, синие, голубые. Вот, это все, что осталось. Фиолетовый еще есть. И сегодня еще вот такой вот тортик у нас будет. Это у нас Астория с грецким орехом. Это будет черепаха. Тоже очень интересный торт, но пока мы над ним работаем. Вот. Вообще работы сегодня очень много, конечно. Сегодня будем свадебный торт собирать. У нас вот приготовлена вон молочная девочка, шары шоколадные, ганаш кокосовый, шоколадные коржи, мистер печенька, тесто на мистер печенька, ванильные коржи. В общем, сегодня работы очень-очень много. Так, ну что, видео это я снимаю для Ютуба, но у нас в ВКонтакте есть группа, называется «Десерт-2016». Для тех, кто будет смотреть в Ютубе это видео, я под видосом оставлю ссылочку. Все, давайте вот еще раз такой тортик. Тортик, на самом деле, это я делал для друга, он меня попросил. И знаете, прикольно, когда тебе звонит друг и говорит: «Слушай, у меня у дочери день рождения, надо бы торт сделать, сможешь?» И ты такой: «Смогу». А на какую тематику? Да на любую. Among Us? Among Us. Все, вот такой вот веселенький тортик. Буквально, кстати, время 8 утра, буквально через полчаса его заберут. Все, ребят, подписывайтесь на группу ВКонтакте «Десерт-2016». Всем всего хорошего, отличного настроения, скоро увидимся.